В Мурманске стартовал ежегодный конкурс «Учитель города 2018». На всех этапах соревнований педагоги будут демонстрировать свое профессиональное мастерство и учиться сами. В рамках конкурса запланированы семинары и мастер-классы. Каждый участник представит собственный образовательный проект. В копилках 22 конкурсантов уже есть дипломы за участие в уроках педагогического мастерства, фестивале «Педагогические надежды» и других профессиональных конкурсов. Теперь их ждет новое состязание в двух номинациях – «Педагогический дебют» для молодых специалистов и «Педагогический поиск» для опытных педагогов-новаторов. Здесь люди, которые учителя, которые уверены в своих профессиональных знаниях, которые имеют определенный профессиональный багаж, творческие, открытые, такие энергичные, потому что все-таки конкурс он требует определенных таких личностных качеств, умение презентовать себя, рассказать о своей работе и, конечно, быть успешным именно в конкурсных вот мероприятиях. Конкурсы профмастерства для педагогов призваны стать отправной точкой для новых свершений и фундаментом для дальнейшего профессионального роста. Опыт показывает, проекты конкурсантов, особенно те, где широко применяются современные технологии, впоследствии становятся хорошими образовательными практиками. Я считаю, что каждый учитель рано или поздно в своей жизни обязан пройти вот через такой профессиональный конкурс. Я желаю всем сегодня успехов на старте. Обязательно победы на финише, а членам жюри малого и большого заметить искорки талантов у каждого участника этого конкурса, чтобы наши педагогические звезды ярко зажглись. Среди участников педагоги-предметники, учителя начальных классов. Но волнуются одинаково все, ведь за каждого болеет не только коллектив родной школы, но и ученики. Я работаю в школе уже 15 лет, но вот в конкурсе еще ни разу не участвовал и решил показать себя и в первую очередь, как я уже сказал, посмотреть на других, какой уровень владения материалом другими участниками, да, чтобы открыть в себе какие-то, может, новые возможности, новые высоты, перспективы в росте, да, в педагогическом. Это очень важно для меня. О том, кто станет учителем года и призерами конкурса, станет известно на торжественной церемонии награждения, которая пройдет в ДК имени Кирова в канун профессионального праздника педагогов.